Привет, меня зовут Виктор, и это обзор на сервер, как он там, Зефир Черно ПВЕ. Первая часть, точнее, мне это понравилось, мне это приглянулось, сервак. И я решил, почему бы нет, почему бы не продолжить. И поэтому снимаем продолжение. Ну, по крайней мере, мне сейчас хочется так добраться до стройки. Зонтик. Опа. Жратва, да. То есть узнать, что такое здесь стройка. Тачку. В принципе, пока хочется здесь еще поиграть. Вышел почти 2 километра. Слушай, грохнуло так, как будто рядом. Свал. Расфигаченный свал. Так, это что такое? А, ясно, понял. Это под броник. Так, это штаны на 35? Штаны на 35, что ли? Охри. А, нет, это куртка, значит, на 35. А у меня куртка на сколько? Охотник. А у меня куртка на 42. Ага. Конечно. Поменяю я как же. Так. Штык для КА. Так. А коллиматор Кобра. Еще чуть не пропустил. Все. Вроде все.
Так, и что у нас получилось? Это насколько ты, кстати, на 12. Так, а ты под обойму, да, вроде? Все, можно обойму закинуть. Стандартная на 30. Блять, волки. Сука. Так, так, так. Думай, 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 думай. Да не, ребят, вы нихуя не угадали, если честно, я вам скажу. Вообще мимо, блядь, кассы. Ну давай. Давай, давай, иди сюда. Я вас уже жду. Придете, нет? Сегодня-то. Что-то я у этого-то, когда у Лебедева-то был. Не посмотрел это. Не посмотрел. Или посмотрел и уже забыл. Пушки-то какие-то там. Типа. А, не, у него Барреты же были, да. У него был Баррет. По-моему, был у него Баррет вроде. Или я. Я забыл. Хоть самому там. Первую часть потом пересмотреть. Слушай, так они капец долго воют. Перед тем, как напасть, они капец как долго воют. Сейчас я шарахну с этой, блин. С этой. С тундры. Так, они тут никуда ж не могут. Ну, вроде ближе подбегают. Вроде ближе подбегают. Бля, я мог на контейнеры вон там забежать. Ну вы где там, ёптыть? А? Воющие. Мне про... А, вон идут. Птина. Какая-то идет. Попал я в нее, значит. Ну это слепой пес должен быть. Так, еще что? А, так это слепые псы там, да? Типа слепые псы. Так, мутаген. А, ну...
Это тут псевдо. Псевдо ебаные собрались. О, смотри-ка, я первый раз вижу, чтобы зомбаки вот этих тварей носили. Блять, она сейчас сбежит же. Сука. Сыкло дырявое. Хуя себе она. Слушай, прикольно. Эти зомбаки херачат этих. Херачат этих. Все, что вы продолжение ждете, что ли? Зомбаки херачат этих. Вот, все, 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 что нужно знать. Все, что нужно знать. А, ну это уничтоженная, уничтоженные шкуры я в любом случае продать здесь не смогу. И восстановить я их тут не смогу. Поэтому, извините, уничтоженная шкура, значит уничтоженная шкура. Трое, да, по-моему? Свеча. Пригодишься. К-74. Так, давай возьмем тебя, К-74. Рюкзак коротковат. Коротковат рюкзак. Давай. Зарядим тебя сразу. Противогаз наполовину. Сомневаюсь, что тебя купят. Так, Вайга. Так, ты 120, блядь. Хорошо.
Хорошо. 120, это прям чудесно. Пушка, рация. Так, а свал сколько места? Столько же, как калаш занимает. Тогда нету смысла менять. Так, вот тебя мы еще давай прихватим. Ну, для типа того. Для типа того прихватим тебя. Визор. Знать бы, конечно, сколько стоит. Опа, РПК, да? РПК. И бронебойка на свал. А, я ж могу сделать вот так пока, да? А тебя все равно можно сюда повешать. Так, нож ПСОХа. Так, а ПСОХа на чё пойдет нам? Ни на чё. Ни на чё не пойдет. Так, броня. Снова броня. Эта штука цепляется сюда, цепляется, а вот эта штука, а это никуда не тут не цепляется, странно. Это что такое? Сшит? Что там сшито, интересно? А, 5,45 на 39. Блин, кстати, вот эти патроны, которыми не стреляю, да? А, ну хотя в коробках-то они. В коробках-то патроны они вроде подороже стоят, чем просто россыпью поштучно. А россыпью поштучно вообще нет. Еще тундра одна. Так, тебя тогда мы не трогаем. А это что такое? Даубл. Карманы двойные. Двойные карманы. А. Лады. Бумажку оставим здесь. Как-то в сторону зеленой горы за ней. Каликраш. Ё-моё, сколько тут пушек. Так, ты что? К-101? Нет. А. Это все не то. Так, магаз нашли хороший. Смак на 100 патронов. Ну-ка, ты подходишь сюда, нет? Кстати, блядь, сюда ты не подходишь. Как жаль. Подожди, а может ты не подходишь, потому что тут эта одета штука? Да нет. Сюда ты не подходишь, потому что не подходишь. Давай тогда. Так.
Я до казарм, походу, до этих не доберусь. Так как уже некуда складывать то, что сейчас налутал. Смак. Так, вот эти не надо. Это не надо поштучно брать. Потому что это все шляпа. Поштучно брать не нужно их. Так, там. Ваенга. А. Я, кстати, можно взять. Если можно, давай возьмем. Если можно, то мы тебя возьмем. Так, 308. Такие. Так, тактическая кубка. Что тут такое? Тут что, рай? 7,62 на 39 патронов, что ли, или что? Ничего тут не обновилось. Так. Фальшфейер. Тут уже обновился лут, что ли? А, ну там фальшфейеры одни, короче. Полетели. Тактический шлем. Если бы я помнил, сколько стоит тактический шлем, я бы его, возможно, взял. Так, эскаха. Шлем пилота. То, что надо. Так, и фак. Тык. Кобура, оставайся. Так, что у меня тут еще? Ну и, в принципе, у меня-то еще есть куда что сложить. Еще есть. ХКшка. Что ты влезешь куда-нибудь? Никуда, да? Никуда. Ни сюда, ни сюда. Все, подожди, а почему? Типа ты не влезешь, да? Ты типа хотела сказать, что ты не влезешь. А тебя впихнули. Не получилось отвертеться, да? Так. ПСОХа. И... Ладно, валим отсюда. Блять, одни эти опять фальшфейеры, смотри-ка, попёр. Ага, спавниться начали. Так, броня еще. Одна броня, что ли? Ну-ка, это какая? А, так, это... Кстати... Так, ты не одеваешься сюда. А что сюда одевается? Ты? А, ебатя. Это рожки только одеваются. А ты что такое? Не, ну ты оденешься. Так вот, знаешь, что ты оденешься куда-то туда? Сюда, а сюда? Tactical E от Punch. Ну, пока что это 15 слотов. Это мало. Ну, под обоймы там 4 слота. Ну, это вот... Ну-ка это. Мэм Понч Блэк. А это что такое? Тактикал.
А, и от пончо. Это на что-то другое цепляется, короче. Это на что-то другое цепляется. Ну, а вот это куда-нибудь тут цепляет. И это никуда не цепляется. Ну, сорян. Я сделал все, что мог. Но ты не захотела со мной уйти. Ну, это я такой и выкинул 11-килограммовый. Тут его еще попробуй сейчас собери, блин. Коллекцию. Ну-ка, ну продать же тебя не продать. Поэтому зачем тебя брать? Так, тундра, бумага. ХКшка, калаш. Тут ничего не появилось. И тут маленечко патронов, да? О, 308-е трассирующие. 308-е мне нужны. 308-е я собираю. Все, едем, едем, едем. Блин, так, коробка. Ну чё, на Зеленую гору? Сможем ли добежать мы до Зеленой горы? Вроде как бы да. То есть вроде ничего. Ничего нам тут мешать не должно. А с другой стороны, а хер его знает, кто нам может помешать. Полтергейсты, например, да? Ларисе Ивановне. Это ж Лариса Ивановна, точно. Так, Вайга и ХК. Нормально. Дробовики. А чё? А что здесь пистолет делает? В дробовиках. А, тундра такая. Ого, блядь. И это двадцатку стоит. Так, тогда мне надо сейчас решить, что оставить. Тебя или тундру?
Почему тебя, например, оставлять? Ты полуавтомат. Ну ты также перезаряжаешься, да? А, ты с магазином, по крайней мере. А тундра нет. Весомый аргумент, кстати, весомый. Прощаемся с тундрой. Бля, я знал бы, что там... Я бы еще там одну такую тундру подобрал. 20 кукусиков-то, блядь. Не это. Валяют. Ни на дороге не валяются. Так, ты че у нас? РПК. РПК. Пулеметы. Снайперская винтовка с ближним боем. Блять, а чё? РПК здесь не продается, что ли? Серьезно? Ну, быть не может. Ну как так-то? Пиздец. Как так-то? Блять, это чё, к этому? К тому, что ли, бежать? Чтобы продать РПК? Это несерьезно. Это несерьезно. Так, что здесь пустое? Так, ты с ножом. Так, ты с дохерачем. Почему так? Ну, конечно, прикольная. Ничего не скажешь. Прикольно. Так, ты. Угу. Сюда. Так, а ты где? Где ты? Где ты? Ты сюда, я не знаю, продастся, продашься ты, не продашься. Так, сюда этот. Так, ПСО, ты без батарейки. Ты без батарейки, хорошо. Тык ножи. Так, это разрядить надо будет этот. Так, этот, по-моему, продается все. А, так, магазины Вайга. Блин, ну на РПК магазин тут продается, по крайней мере.
Блин, может галиф взять вместо этой эмочки? Вот так как раз на 100 патронов под галиф прям очень подойдет. Бля, она же вроде под галиф подходит же это. Смак. Да? А, блин. Я свал так и не продал. А почему? Так, а где свал? Блять. Или он сильно поврежден, и ты его брать не хочешь? Что за херня-то? АС вал берет. Или это к этому надо херачить? А. Кушитель, надеюсь, подойдет. Так, и мне надо теперь приклад. Приклад, да? Так, тебя. Тебя сюда.
тебя сюда. Пожарим, пока пожрать. Покушать. Блин, непонятно, конечно, почему он. Не, ну в принципе это может быть, конечно, Лебедев покупает это оружие. Возможно, и Лебедев покупает, но я к Лебедеву сейчас не побегу. Поэтому мы это сделаем вот так, проще. Гори. Гори, гори, лепесток. Так, здесь ты пустое, ничего в тебе нету. То, блин, это что-нибудь там продашься куда-нибудь. Же ты куда улетела? Ты сюда улетела. А та куда улетела? Я, у меня же еще одна была. Че я ее? Куда она делась-то? Здесь нету. Кота. Она кота оделась или что? Здесь нет. Стоп, а куда она могла одеться? А, сумка на поясе. Стой, кобуру можно повешать и бутылку с водой. Ясно. Подожди. Не, ну я чё? Она прикалывается, что куда деться-то могло? В тебя, что ли, улетело? Точняк. Точняк. Чё, тетенька, поторгуем? Что вы у меня можете купить? Ничего, наверное, вы не можете у меня купить, да? А, визор штурмового шлема можете купить. Похожие вот эти все карманы накладные, вот это все здесь не продается. Сапоги химкостюма можно продать. Рюкзаки. Сумка, пояс. А, тут у меня М-ка висит. Я понял. Рюкзак, куртки. А, слушай, я не до конца тут долистывал, оказывается, еще. Тут какие крючи, ножны всякие прикольные, да? Ага. Кобура, наушники, шлема. Так, это пояса.
На них всякую херню. О, рюкзаки. О, нихуя себе, какие рюкзаки тут есть, здорово. Так, ебать, а ты, интересно, сколько чего вешаешь? Блин, что купить? Так. Ради интереса. Да? Блять, я нашел, где жилеты продаются, да? Охереть, слушай. Сейчас-то мы. Так, а почему вот эта штука не продалась? А он, наверное, вот эти жилеты, наверное, она не покупает, да? Попробуем, сейчас проверим. Они, наверное, по это покупают. Как-то по очереди покупают. Так, комбат олив. Это, подожди, комбат олив это... Это ж на мне одеты, по-моему, такие, да? Комбат олив. Бля, какой-то беспонт, что они могут это... с тебя то что одето купить, блин. А это карабины, бляги. Блин, а чё, вот той расцветки, которая у меня здесь, не берут? Так, это какой? 11-килограммовый жилет тут берут. Еще вот такие есть какие-то, но это... Это легкие жилеты. Это тактические жилеты. Это рюкзаки. Ага. Ну это 11-килограммовый, но это... Почему-то он их не покупает. Почему-то он ХК 416. А это у меня какая? АХК PCG. Так, а это у меня какая, кстати, сумка? MMG 5.1 Supply Bag. А, ну так это вот у меня сумка, да, такая получается. MM. Он такой куплен у меня получается. Суплибэк. Около 3 килограмм. Это сейчас. Это ж супли бэк мультикам блэк. Ну, короче, хер с тобой. Так, а почему ты вот этот рюкзак у меня не хочешь купить? Что с тобой не так, женщина? Ты не хочешь его купить? По какой причине ты не хочешь его купить? Что не так? Ну ладно, чё, я чё мне тут буду стоять полдня с этими, это, да? Не хочешь покупать, так не хочешь, так. Вот эту, кстати, она тоже что-то не захотела купить. 15 слотов. Странно, почему, да? И вот это. Ну, возможно, это все просто покупается, продается. Так, фонарик для пистолета. Коробка 9/19. Уже нахер никому не нужна. Как и 45-х. Как и 45-х. Так, ножи, фонарик.
Подожди, почему он не хочет у меня покупать вот эти? А, это трассирующие, да? Фонарик для пистолета. А фонарики для пистолета? А, это только универсальный фонарик. Ясно. Капец, до хера чего не хотят брать. Так, и эти тоже не хочет брать. Лимасы. Гранату пока поношу с собой. Так, ну СГ-ху-то ты же брал. СГ-ху ты же брал у меня, я помню. Так, это сюда. Сюда. Так, свечу на автомобиль надо сейчас. А, нет, не надо мне сейчас свечу на автомобиль. Так, единичка ты вот сюда. А чё, почему у меня до сих пор М-ка? А, я потому что еще тебя до сих пор не продал. Я ж продать надо. На 5 патронов, что ли, мы как бы не намного больше, чем у тундры получается на один патрон, да? Пофигу, давай купим. Так, оглушитель какой сюда подойдет? Подожди, сачо, налар? Же ты сейчас не прикалываешься? А, это лимаз. А то на ларку. Ну, что, серьезно? Подожди, а как? А почему ты мне сразу тогда? Что-то я ничего понять не могу. Что за прикол? Как ты можешь подходить? Ну, бля, я просто куплю, потому что ты дешевый. Как ты можешь подходить сюда? Нет, ты не подходишь. А зачем ты мне показываешь, что ты подходишь? Ё-моё. Приколы, блядь. Так, приклад. Скажи мне приклад какой-нибудь. На. Так, прицел. Дорогие вы.
Вы дорогие, так, оглушители. Не знаю, какой глушитель на тебя. Не знаю. Так, вот эта херня с тремя сюда выбрасывается. Это сюда же. Ну-ка, свечку зажигания. Кейс. Сейчас зажигание. Можно продать. Ну, чудно. Так, что у меня тут осталось? Угу. Скинуть все патроны на пол. И отмычку тоже. Блять, еще давай три стейка еще пожарим тогда. А что, до сих пор не сгорели они, что ли, там? Охренеть. А что оно так еле-еле-то сжигает? Подозрительно. И сколько она долго-то сжигает. Даже как-то непривычно, что так долго зажигается. Дым видно за километр. Хорошо.
Полевой жилет я уничтожил тебе. Так. Ага. А вот, по-моему, это ММГ, которая... Блин, куча каких-то этих всяких непонятных надписей, блядь. Чё? Ёлка? Чё, прикалываете, что ли? Ёлка? Серьезно, и тут ёлка есть. А чё? А вот ты стоишь, я думаю, а чё я тебя не вижу? Она вот стоит. Да, прикольно. Ну а чё я ёлку-то не вижу? Ёлка, а где ёлка? Чё я её не вижу? Она стоит. Стоит. Да уж. А, ладно, так, ты... Капец, тут всё прям под эту. Сложилось всё. Один в один, да? Tactical pouch. Tactical pouch. Так, а это что такое? А, К-12. Ну ладно. Раз. О, мы тут до ВМС-ки недалеко, кстати. Так, а чё, сколько получилось до дыма? Ну да, за километр дым видать. Ой, блядь. Говногрыз, сука. Напугал меня, блядь. Я и забыл, что здесь такие могут быть упыри. Эй, а кто, блядь, дверь открыл?
А, понял. Тогда нахуй ложитесь. Интересная механика, интересная. Спасайся бегством. Блять, там кто-нибудь остался? Нет вообще? Никого. Thank you.
Да. Триста восьмые тоже не очень. Не очень 308. Сколько? 3 или 4 выстрела. Ну хотя почему? 3 или 4, нормально все. Ножу пипец приходит. А починить нечем. Не, вас я уже стрелять не пойду. Не пойду. Чё, некуда положить, что ли? Как так-то?
Обалдеть. Вот тебе здрасте. Еще три. Понял. Понял, как понял. А, все что ли? Закончились? А, не, у меня же там они не распакованные лежат. Не распакованные. Сойдись. Так, а куда я вас, в какую положил? А, вот сюда. Да блять, а куда еще 20 делись? Выпали что ли? Серьезно, выпали? Что, искать идти их? Пипец, блять. А, ты одни трассирующие, а другие нет. Ясно. Я все еще испытываю надежду, что кто-то тут появится. Но нет. Никого. Так, чё, давай мы тебе веревок продадим. Так, мачете, боевой нож, топорик. А, отмычку тебе можно продать.
Но я пока не хочу тебе отмычку продавать. Непонятно только почему очки ночного видения у него продают, ну, у строителя продаются как-то странно. Странно. Так, чё? Листовой металл по 1800 берет. Ну, листовой металл тащить сюда, чтобы продать. Так, всем. Такое себе удовольствие. Так, ага. Так, это можно продать. Так, ХК-416. Подожди, ХК-416 надо разрядить. Т-5-56, потому что патроны, которые мне нужны. И продать. Так, кукри. Кукри никто не хочет покупать. Подожди, а РПК 80 РНД. Серьезно, тоже не хочешь брать? Или его разрядить надо? Блин, я же где-то видел, что ты эту РПКшную обойму берешь. Или кто-то его берет. Вот на 40. А, ну вот он, должен брать его. Чё, ты не хочешь его брать с этими, что ли? Блин, ну давай разрядим. Чё за бред? Ну бери с патронами, бля. Давай сейчас попробуем. Чё не так? РПК 80 РНД магазин Спар. Что не так с моим магазином? РПК 80 РНД магазин Спар. Что с ним не так? Предмет отсутствует? Серьезно? Уверены, что отсутствует? А это что тогда такое, блядь? Если предмет отсутствует. Не, ну ладно, кто я такой, чтобы спорить-то со... Отсутствует, так отсутствует, ёптать. Отсутствует, так отсутствует. Чё, какие проблемы? Я ж ни на что не претендую. Нету его тут, не нету. И хер с ним.
Амма. А вот эти что? Не продаются. Только что. Я же продавал их. Или я до них не дошел? А чем? Чем тебя не устраивает жир? Серьезно, жир? Столько жира, а чё? Процентовка маленькая или что? Что не так-то с жиром? Ну, бля, ладно, раз. Мясо, подожди. Давай тогда продадим все стейки, а сало пожарим да поедим. Я чё, гордый, что ли? Я и сало пожрал. И воды пока попью, пока она тут жарится. Четыре, 24, 48. Вот тут получается уже выгодней с таким жилетом носиться. Так, а карманы.
Так, ну-ка подожди, а сюда если... Что сюда вешается? А, это все вешается. Подожди, ну-ка. Сюда. Ты сюда, а ты... Медпоуч. Ты... Еще и медпоуч сюда вешается. Ага. Интересно. Так, а чё ты сюда, блин, не можешь повешаться? Повеситься, что ли? А хотя тут вот можно. И местечко высвободили, да? Вот с этой штукой уже... Так, а что патч? Что за патч сюда вешать? И гранату можно было одну повешать, которую я уже использовал. Чё за патч? Непонятно. Патч. Так. Непонятно, что за патч, непонятно, слушай, ну... Так, ты сюда, вот охотничий жилет, кстати, можно продать. Охотничий жилет можно продать. За 250, но можно. А, так, а вот кукри нельзя продать, да? Стикер на оружие. О! Что, серьезно? И где он тут приклеился? Стикер этот. Непонятно. Непонятно тоже. Сто восемьдесят одна тысяча. Я уже мужик. Могу машину себе позволить на 181 тысячу. Сарку могу купить. А если чуть-чуть подкопить, и Волга будет. Ишкомби, Москвич. 175 ада. Девятьсот косарей. Так, а сколько я посмотрю, стоит у вас Хантер 650 тысяч? Ну, я, наверное, на тебя буду копить. Ты для меня наиболее интересная тачка. Копить. Что мы тут наверху можем найти? Все. Так, СГКХ. Что, магаз СГКХ? Ну ладно. В принципе,
тоже нормально. Так, ну это тогда в мусорку мы выкинем, раз типа ты его не видишь. Кукри. Так, ну кукри мне вместо ножа пригодится. Так, а если купить Волгу, а потом ее продать? Сколько это? О, нихуя себе. Ольга, за 200 берешь, за 90 продаешь. Ну, примерно половина. Как бы не так печально. Поврежденка. Чем бы починить тебя? Заходи, сука! Сука! Зажал меня. Зажал меня. Прикольно. А что я здесь делаю? Что я делаю здесь? Да встань ты, ебать.
В дом прошел. Да, сейчас, блядь. Куда он ушел, блядь? А, он здесь где-то, сука. Лошадь эта сраная. Так, один с копыт. Ну-ка. Блять, а чё тут не пройти тут, да? Вон еще один. Да что ты такой живучий? Ёпты. Не, я его чпокнул, или он еще живой? Не, еще живой. Что-то, блядь, там. Похоже, все, этот отбегался. Так. Теперь вот этих двоих надо мне. Блять, один где-то здесь бегает. Где? Мне ж надо вас теперь забрать. Уродов страшных.
А, вон он. Понятно, он опять в эти попадает в него, не попадает. Что случилось? Почему ХП вниз сойдет? О, блять, он. Ебать его. Понятно, он его простреливает или нет. Ты злой какой, так. Простреливает. Вот это прикольное.
Так, и чё, куда ты ушел? Блять, у меня ножику. А, хотя не, у меня же еще. Типа кукри. Он меня всего расхерачил. По-серьезски прям. Все мне похуярил. Всю одежду. Жесткий противник. Рюкзаку пиздец. Чемчень. А я скотч продал, да? У меня же был скотч, а я продал. Не, ну хер с ним, скотч это. Это уничтожено, повреждена, рюкзак уничтожен, снимать нельзя. Все, ничего себе, да, Тарк это вам не ху-ху-ху-ху. Жесткий, ну, я, по крайней мере, проверил, что здесь. И почем хоккей с мячом, блять, охуенно, охуенно, я вам скажу. Хотел бы я сказать это без мата, но без мата не могу. Так, а мне ничего, никакую рану не надо обработать. Все, ну блять. Сейчас-то уже опасно с это. Куда эта тварь ушла просто, вот интересно. И, похоже, ему до меня уже дела нету. Но мне просто... Так, Зеленая гора 900. Ну, где-то с той стороны он ходит. А, я его должен увидеть, наверное. Вот здесь. Так, у меня восстановилось чутка хп. Бля. Где ты ходишь, скотина? Ну где-то вон там. Просто я не могу бежать быстро. А, вон он. Все, так, ну-ка. Попробую подкрасться к этим. Снять с них шкуры.
Так, ну дома-то я вам скажу. Против Тарка. Пиздец, слабое укрытие. Так, а где? Еще один. Или они что там вдвоем гуляют? Сколько я одного так и не добил, что ли? Бля. Да нет, он один там ходит. Не, ну я же точно тут стрелял, вот это. Ну, похоже, исчез. Один, похоже, исчез. Так, чё, куда я бежал? Я бежал на Хеликраш, да? Я бежал на маркер. А где маркер был? Вон там. Пойдем, чё, хули делать? Давай сюда. Из-за 20 тысяч так рисковал. Да уж. Две тысячи. А страху-то сколько было? Тут каких-то всего 22 тысячи. Эх, ладно. Что, у меня еды нет с собой? Никакой, да? Пить надо, попить. Я никак напиться не могу. Пять 56 против Тарка это. Ни о чем. Вообще ни о чем.
Интересный, да. Сервер интересный в плане того, что можно просто вот так вот поохотиться где-то в поле на тарков. Не обязательно какой-то данж идти на остров. В обычном поле можно встретить тарков. Хорошо, что я не в чистом поле с ним встретился. А тут так вообще хер выжил бы. Сохни давай. Просохнуть нам надо. Блин, такой рюкзак умотал, гадко. Такой четкий рюкзак. Куртка-то хер с ней, говно она полная. Так, это высохло, да, рюкзак? Или он не был влажный? Чё, ты не хочешь сохнуть? Чё, мне жопой на тебя сесть, чтоб ты сох? Чё так? Ну тут как-то долго, блин, возле костра сохнешь. Долго в этой... В нем сгорает чё-то всё. Подозрительно. Подозрительно. А, подожди, у нас же это длинное, это у меня вот здесь была обойма. На место она не убирается. Так, это высохло. А все у меня... Только перчи влажные, да, остальное все высохло. Так, ну что, давайте сегодняшнюю серию на этом закончим. Нет, не на этом. На этом не будем заканчивать. Залезем все-таки наверх. Наверх залезем. Более есть что лутануть. СКшка, да пофигу. О, тазень. Тазень и СКшка. Вот. Вот, а на этом тогда мы и закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.